Добрый день, друзья! Бананы, несомненно, являются одним из наиболее популярных фруктов. Они не только вкусны, но и очень полезны. Мякоть этих плодов весьма питательна. В ней присутствует много клетчатки, сахарозы, фруктозы, витаминов и микроэлементов. Благодаря высокому содержанию калия, бананы помогают предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности, гипертонию. Некоторые люди полагают, что коричневые бананы не годятся в пищу, однако это не так. В перезревших плодах обнаружены биологически активные соединения, помогающие предотвратить онкологические заболевания и повысить общий иммунитет. Есть 9 важных причин, которые позволяют рекомендовать вам ежедневно съедать по паре бананов. Борьба с гипертонией. Бананы снижают артериальное давление, что имеет огромное значение для профилактики основных причин летальных исходов – инсультов и инфарктов. Стабилизация температуры тела. Причиной гипертермии могут быть лихорадочная реакция или просто высокая температура окружающей среды. Вне зависимости от причины повышения температуры, бананы помогают ее снизить. Устранение запоров. В бананах высокое содержание клетчатки, которая улучшает кишечную перистальтику, помогая таким образом избавиться от хронических запоров. Средства от изжоги. Бананы – это настоящий природный антацид. Фрукты уменьшают изжогу, предотвращая заброс желудочного сока в пищевод и снижая его кислотность. Профилактика язвенной болезни. Бананы характеризуются обволакивающими свойствами. Их мякоть надежно защищает стенки желудка от раздражения. Лечение малокровия. Эти фрукты являются отличным средством против анемии, поскольку содержат много железа. Ежедневное потребление бананов повышает число эритроцитов и общий гемоглобин крови. Получение энергии. Плоды очень питательны, но при этом имеют низкий гликемический индекс. Они помогают повысить физическую и умственную работоспособность. Борьба с нервозностью. В этих тропических фруктах обнаружено много витаминов группы В, которые стабилизируют состояние центральной нервной системы. Лечение депрессии. В плодах обнаружена аминокислота триптофан, являющаяся предшественником нейромедиатора серотонина, который называют гормоном счастья. Вещество способствует релаксации и повышению настроения. Если вы в этом выпуске узнали что-то полезное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!